Так, всем здорово. Бонус видос, так сказать, полный перевод Unlimited. Опять вы вернулись, мы в эту игру. У нас в полном переводе. Вот тут, по-моему, Unlimited. О, не, не тут. В полный перевод Warhammer у нас тут есть. Вот она есть. Вот это ориентирование ночное. Невада есть у нас. Бонусная гонка. Ночное ориентирование есть. В Мичигане тут, в общем, у нас еще ориентирование дофига. Давайте все пройдем. А давайте начнем с Исландии. Ну да. Поехали. Off-road saga. Она не вылетела, что? Да ладно. Офигеть. Я думал, вылетит. А я на каком материале? Ну, поехали, ладно. Вот это да, другое дело. А ты сейчас играл в эту? В третью часть играл. Такое говно. Так, это где? Это на горе где-то, да? Бонус видос вам в ленту. А то не могу спать спокойно, когда у меня долги за мной. Нафиг я сюда съехал? Чё-то я заблудился. Ехать-то. А, вот сюда куда-то, да? На скалы. Тихо ты, не соскальзывай. Стой ты. Ты чего? Мудон, что ли? Давай, 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 давай. Лучше у вас, да нету машины. Вон эта фигня. Ё-моё, что тут деревяшки что ли наставили? Эх! Ё-моё, да куда ты? Как мне сюда подняться теперь? Вот за это я не люблю ориентирование, это дебильное. Ну там, наверное, объехать можно. Тихо, тихо, тихо. Ну да, вот я мудак. Вот мудон, чувадон. Мудон тут хороший в этой... Где? Опять назад куда-то, да? О, мостик. Фу, давно я не заходил в этот полный привод. Надо ее все-таки замучить до конца уже. А то спать спокойно не могу. Когда у меня долги висят.
На вторую, нифига ты жулик. Какой там приехал? Первый, что ли? Да ладно. Тупил всю дорогу. А приехал первый. Ну, бонусную гонку, не знаю. А, это ночной спринт. А это что? А, это трейл мы уже проходили. Ночной ориентир. Нет, уж не буду. Не люблю ночной ориентир. Давайте пробежимся. Ой, тут подожди, скрипит, да? О-о-о. 5 минут. Почему бы и нет? Блин, напугался. Залип что-то там на этой заставке. О, ну молодцы вы. А какие крутые. Иди нафиг. Ой! УАЗик. Ладно, давайте просто по приколу до конца пройдем эту игру. Не знаю, просто, блин, ну бонус видос. Я вначале сказал, что не могу спать спокойно, но... Как тут показывает практика нахуй, это... Просто поугарать тут тупо. Больше ничего никак. Пройдем по гоночке в каждом этом. Я думаю, хватит. Может тянуть еще 5 лет проходить. Но мы этого делать не будем, конечно. Пошел ты нафиг. ФПС они просаживают, конечно, да. Блин. Физика смешная. Как обычно. А, движок мне запорол, паскуда. Все равно быстрее меня едет. Да пускай едет он. За что мне так не везет-то? Я всего лишь-то. Блин, лево повернул, утонул. Да. Прикол. Куда ехать-то? А. Ты что ты тут толкаешься? Так, тут я уже забыл, как тут ездить. Ладно, сейчас вспомним. Не могу вспомнить, но, кажется, вспоминаю. Полная... А, дичь!
А, давай, давай, вот доезжает. Какого фига ты меня так подставляешь? Я же уже почти до финиша доехал, первый. Она мне подставляет. Полный перевод 2. О, блин, УАЗик весь разбомбил. С этими гонками? Как это весело, я все-таки забыла. Такое веселье. Такого вы больше ни в одной игре не увидите. Только в этой. А потому что она очень веселая. Я первый, да? Ха, УАЗик вас сделал. Хаммер вас сделал, УАЗик. Беспонтовый 69-х, 69-х, 70-х, 70-х годов или каких там. Вот еще у нас есть. А давайте какую-нибудь точилу другую возьмем. Ремонт. Давайте и Хантер возьмем, что ли. Здесь у нас еще прототипы. Хаммер нет, давайте Хантер. Вот эти бонусные гонки пройдем. Блин, опять ночная. Да что ж вы все по ночнику любите ездить, а? Ночные гонки, они, блин, ночные. Вы, мне не видно, вам вообще там ничего не видать. Там. Ах ты, негодяй. Как на рельсах едет. Ах ты, блин, тяжелый. Даже не столкнуть. О-о-о-о! Мичиган. Ну ты разгоняйся, а. Даже нисколечко не сломался. А тут УАЗик весь развалился. Бонус видео. Веселая. Иди нафиг. Шалопай. Шарамбамбай. Понял, 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 понял. Давай финиш, я первый. Ес. Еще бабла поднял. Ой, чуваки, ладно, идите нафиг, вы FPS просаживаете мне. Да. Мичиган был. Египет. Скорее сила. Опять ночной. Блин, по Египту? Не хочу. Давайте в Крым поедем. Это чё? Блин, ночной. Ладно, давайте на этом сегодня хватит там. Сколько там получилось? 15 минут. Нормально. В общем, вы там мне напишите. А хотя ничего не пишите, я не буду проходить эту игру, вот это Extreme Edition, я не хочу проходить. Это то же самое, только сложнее. Там где-то камушков побольше добавлено, где-то уже проезд сделан. Я не хочу проходить. Ну так как бонус видео пойдет. Это давно не играл, захотелось поиграть что-то. Так вот. Сгрустнулось мне. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Там это.
Что хотите, то и делайте у меня на канале. Давайте, пока.